Давай, немножко осталось. Давай, мой хороший. Давай, давай. Я уже устал тебя толкать. Чего, наверное, метров 300. Уже толкаю тебя. Иди, иди. Иди, мой хороший. Вот так вот. Представляете? Приехал на рыбалку, а спасаю косулю. Мальчик. Давай, давай, до берега. Круто тут, но ничего. Ух. Иди, мой хороший. Иди, иди. Маленько осталось. Ух. Так, 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 вставай, вставай. Не-не-не-не, подожди, сейчас до снега. А то расшибешься опять. Иди, иди. Меня только не легни. Вы представляете? Ух. Ящик бог знает где. А я вон толкаю. Да. Давай, надо еще маленько, только меня не легни. Давай, мой хороший. Давай, давай. Берег, вот он уже. Иди. Так вот, Сергей Воронин. Сам охотник, а теперь спасаем. Как говорится, нельзя убежать. В трудную минуту никого ни людей, ни животных. Давай, давай. Вот так, сейчас побежишь. Давай, давай. Прикол. Господи, чуть не легнул. Фух. Запыхался. Сейчас, мой хороший. Маленько осталось. Давай. Вот, давай, давай, давай. Пошел, пошел. Молодец. О, как красиво. Молодец, слава богу. Фух. Поскакал. Ну-ка. Вон он. Он с Богом. Ой. Вот порыбачили. Ну дай Бог. Ух, как далеко мой ящик. Орешки. Малое озеро, Сарыповский район, малая родина. Вот так, Воронин Сергей Александрович, самому приятно. Ну, всего доброго.